Приветствуем вас, уважаемые в уголке любопытного геймера. Любопытный Иичи снова мутит очередной кооператив. Вот. Если кто не узнал, это Orcs Must Die 2. И у нас сюжетная кампания. У нас братья-близнецы собираются выносить толпы нечисти. Ну, близнецы, потому что рожи одинаковые. Так, это нам тут сразу врубают помощь. Это, наверное, экран загрузки, да? А. Неужели я погибну вот так бесславно? Загнанная в угол, лишенная власти, окруженная врагами. Я достойна лучшей участи. Они пришли за мной. Когда-то я была их королевой. А теперь это мои палачи. Вдруг, откуда ни возьмись, возник портал. Очень странный и зыбкий. Я почувствовала, как ко мне вернулась частица былой силы, но ее не хватило бы и на то, чтобы подчинить даже одного орка. И все же, этот портал – путь к спасению. Пройдя через портал, я увидела его. Он стоял прямо передо мной. А на его лице красовалась глупая ухмылка. Я успела крикнуть только одно. Беги! Ужастик прям. Блин, какая она громкая у меня оказалась. Так, ну а что тут выбирать-то? Тут особо и выбирать нечего. Так. Конечно, винтовочка. Так, так, и вот так. Так, откуда у нас все эти гаврики-то полезут? Вот отсюда и полезут, с портала. Да, и куда они хотят бежать? Побегут вот по аллее, видишь? Там показывается. Так. Тут можно сейчас обоплацать. Так, погоди, а у нас с тобой что, получается разные эти-то, да? А я начал чуть-чуть играть, и у меня прокачка пошла уже. Я ж тебе про то и говорю, что тут прокачивать персонажа можно бла-бла-бла. Ага. И ну, отлично. Слушай, ты на геймпаде или нет? Нет. А, знаешь, я тебя обрадую, а меня не обрадую. Я не могу его подключить нифига. Не работает. Так, и как только мы все подготовим, надо будет нажать G. И... Ну, все, да, я так думаю, уже все. Да. Погнали, так что. Вот, ну если... Да нет, ну, наверняка все в курсе. Это игра в стиле Tower Defense, гибрид с таким добротным мясным экшеном. Орки не пройдут, мы как два Гэндальфа. Будем валить всех хедшотами. Правой клавишей не забывай. Погоди-ка, погоди-ка. Они что, на вагонетке кататься могут, что ли? Надеюсь, что нет. Правой клавишей. Это просто, я так понимаю, типа... Ага. И что у тебя синяя так прибавила? Понятно. Мощный выстрел, так. Типа. Так. Да бросьте вы, что это такое? Это разве... Да подожди. Покажите на настоящую силу, мои зеленые друзья. Сейчас попрут. Да куда они попрут? Что это такое? Так, какой-то... Чешуйчатая морда и гоперьё. Да я смотрю, тут прям накрутили айтемов всяких разных интересных. Какие-то мушкетоны. О, о, слоны идут прям. Я вообще люблю Tower Defense.
Да, я, кстати, чуть молчать буду, потому что у меня тут уже глубокая-глубокая ночь. Ты не хочешь будить людей своими воплями? Ух ты, блин, как они быстро. Да ладно. Я не успею настроиться. Мне вот, конечно, мой наборчик не особо нравится. Начальный. Сейчас прокачайся, у меня тоже ничего нет. Тоже так подано, как и все. Дальше будет видно. Так, момент. Все-таки. А то. Так, не понял. А, ты тоже поставил на паузу, да? Да-да-да, воспользовался шансом. Просто тебя иначе совсем не слышно. Окей. Ох, как они летят. Уже чуть-чуть осталось. Клочья. Люблю, когда есть такое вот месилово, когда отрубленные конечности летят в стороны. Ненапряжная такая игрушка, она мне нравится. Очень даже. Так, что, все? А, следующий этапчик. Так. Сейчас я его укладываю еще тут. Так. Давай в этот параллельно. Угольки там вторую поставь. У меня нету сейчас. А, очки же. Не хватит? Ну. Блин. Геймпад. Подвел меня геймпад. Чего ж так? Ну, игрушка, видимо, не поддерживает, я фиг его знает. Не знаю, по-моему, здесь он как-то не в тему. Здесь целиться надо много. Тут за хедшоты ведь дают дополнительные очки. Не забывай. Че? Не забывай, я полбордера на геймпаде прошел. Ну, не знаю. Не как бы. Ну что, поехали. Так уже? Нет. Уже едем. Я уже все давно выпустил. Я в курсе, надо было буковку Г нажать. Я чтобы мог вызвать. Нажал. Они просто не сразу полетели. Не, у меня еще светилось. Надо было. А. То есть, типа, у тебя и у меня? Да. Готовность должна подтверждаться. Ух ты. Давай поделим. Ты слева, я справа. Или наоборот. Ну давай я справа, я уже справа тут стою. Какие толстые ребята. Не говори. Ой, ой, кто-то как в голову словил, а? Так. Короче, игра такая незатейливая, но в то же время сложная. Может, дальше пойдет, там уже просто так все не будет. Ну оно и как бы и в первой-то не было прям уж так-то легко. Не знаю, первая меня особо. О, мы с тобой два брата акробата. Эх, а че это мы не заработали все черепа? Как же так? У нас, наверное, сложность такая. А. Так, во, шипы дали мне. Отлично. Еще надо, наверное, нам прокачивать по-разному персонажей. Ты, допустим, что-то одно прокачиваешь, а я что-то другое, чтобы у нас в итоге все было. Да, это логично. Так, я нажал готов. Так, ну мне очень нравятся, конечно, шипы. И замедлялка. Так. Что вот прокачивать-то? Так, я не понял, а почему мне теперь... Эй! Да-да-да, чё такое? А, вон и чё. Это монетная площадка, провал, это всё фигня. Хочу... Да, чтобы они быстрее перезаряжались. Я вот шипы лично буду качать. Окей.
шипы и замедление, которые смола. Окей. Готов? Are you ready? Hey, соседи, are you ready? Так, да. Я обычно так утром делаю. На тридцаточку свой сабвуфер, чтобы аж до первого этажа басы слышно было. Блин. Да тут сейчас я смотрю. Я тебя предупреждал. Два этих, да? Они с двух полезут порталов. Так, ну чё? Ты направо, я налево. Так, чё тут? Прям нельзя вплотную туда? Ну ладно. Нифига себе, тут их в натуре два. Так, я тебе про что? Чёт. Так, ну я у себя удержу. Главное, чтобы ты там у себя удержал. Удержим. Окей. Так, ну чё, я готов. Поехали. Они, кстати, сейчас, по-моему, только отсюда будут ползти от меня. Думаешь? Пока да, по-моему. Ловите, зеленые упыри. Ух ты! Наглые какие, а? Так. Так, сейчас пойдут с твоей стороны. Вижу, вижу. Так, я на всякий случай тут подальше подержусь, чтобы, если что, еще и там их нет. С одной стороны пойдут? Да, теперь с этой стороны будет. Ловите. Мультикил. Оу, там сколько бомбочек-то. А, блин, у тебя тут менее удобная точка. У меня там как-то поуже. Что такое? Что случилось? Я не понял, почему мне сигнализировали куда-то назад. Почему-то на этой, на карте показывали точку назад, типа... Типа ай-яй-яй, какой-то кошмар и все такое. Блин. Давай вот сюда поставим еще одну. Да это фигня все. Сейчас накопим. Направо иди. С этим я разберусь. Приятно слышать. Точно там разберешься. Да вот стараюсь. Не знаю, как у тебя, они уже меня напрягают. Ну, есть такой момент, конечно. Ну, не прям так, что люто. Ну, ничего. Сдюжим. Фух. Так, ну все, я тут свое я взял. Мне бы, конечно, еще сюда вот. Давай я тебе поставлю замедляшек, а ты мне там огненную впили, если есть деньги. Уже нету. Уже нету? Ах, и у меня тоже кончились. В следующий раз я тебе впилю туда. Огоньку бы мне туда.
к моим смолам. Так, ну чё? Как так, без геймпада? Погоди, слушай, а сколько у нас было изначально в заряд в нашем гнезде? 18? 20. А почему у нас, кто у нас, как прорвались-то они? Не знаю, наверное, подлагнуло где-то. Я иначе фиг его знает как. Ну ладно, давай, поехали. Жми букву Г. Я не нажал, что ли, блин. Так, все, я на свою сторону. Давай, давай. Ух, какой дядя у меня пришел. Вы что такого стрелы? Стреляет аж на другие стороны. Хорошая штука стрелы, конечно. Их ты, блин, сколько их тут, а? У тебя слоны поперли уже? Да. Ух ты, сколько их тут. Но не, нас так просто не возьмешь. Откуда они берутся постоянно? 14, слушай. Блин, а как? То ли подлагивают, то ли что, я допустим, они у меня как-то появляются странно. Ну серьезно, я не понимаю. Слушай, мы с тобой два долбозавра. Они падают в ров, а изо рва есть проход. Ну? Мы с тобой просто тупо не изучили территорию. А? Фига себе. Понял. Вот блин, а. Блин. Ах ты зараза, а. Да откуда ж вас столько? Блин, быстрее бы волна. Волна закончилась. Что, все-таки запилили? Ну, тут сейчас будет мало... Блин, всего два черепа, офигеть, мы... Ай... Нет, мы не собираемся играть в бесконечном режиме. Мы продолжаем. Это какой-то исцеляющий амулет. Mm-hmm. О, надо ж как. А это... Вместо чего? Оружие. Книга заклинаний. Амулеты, ну. Вот. А. Слушай, а как подобрать это? Господи, как тут выбрать новые заклинания? Новые заклинания? Угу. Ну как вот ловушки, ты имеешь в виду, да? Нет, на себя то, что напялить. А, амулеты. Вкладка в книге. Вот скорость пассивного исцеления выше есть. Улучшение у этого амулета. А, ты имеешь в виду, что прям вот на себя надеть, чтобы? Угу. Ну так ведь это... Ой, это в самом начале выбирается, когда ты набираешь себе заклинание в книгу. Ну поехали. Да, погоди, я думаю, может себе арбалет купить.
Я помню, мне он очень нравился. Или оставить этот мушкетерище. А, возьму. Может, все-таки получше будет. Так, ну чё, давай, я готов. А что-то нам никаких сюжетных плюшек не рассказывают. Да фиг его знает. Так. Чё я там? Возьмем арбалет. Возьмем... этот лечебный пояс, импликатор Кузнецова, вибромассажер. Так, что у нас тут? Блин, у нас тут прям вообще под носом хмыри полезут. Но не сейчас. Так. Угу. Раскладик. Ты чё, сабельку какую-то купил, да? Угу. Попробовать. Так, откуда они пойдут-то? Ага. Так, у меня кончились. Так. Блин, они сначала пойдут слева, надо было сначала туда ставить все. Понятно. Ты чё? Поехали. Да, погнали. Жми. Точно, я забыл уже. Во. Еще помню, как этой штукой пользоваться. Всю первую часть с ним проходил. Нормально. Так, на правый фланг. Угу. Их классно отвлекать, надо сразу было выбирать. Одного ближнего боя, другой дальнего. Так. Валим хедшотами. Хедшотами валим. Жалко, еще не насобачился. А то серии хедшотов, они еще больше очков дают. Ух ты, ух ты. Хе-хе-хе. Хорошо. Лево. Блин, вот этот левый фланг, он хуже. Здесь шире место. Сюда бы огненных понаставить. Чайных опрос сделаем. Ну, вагонетки, в принципе, справляются. Эх, блин. Черт, дери, правый фланг. Так, сейчас я отвлеку их отсюда. Так, у нас есть небольшая передышка. Так, пошли. Сейчас я огненные поставлю, как ты говорил. Тебе надо срочняк эти огненные. Вот сейчас будем ставить огненные. Для ваших мордашек. Так, ну что тут еще поставить-то? Огненные, кстати, дорогие очень.
что и мне особо там много не поставишь. Так, ну чё, последний, блин, рубеж надо сделать. Ай ты ж, вы чё? Это что было? Что, где, чё? У меня что-то ошибка была в сети. Ну чё, погнали, да? Да, поехали. Право. Бегу, бегу. Ну, может, тебе что-нибудь останется. Ах ты, мелкая зараза. Лево. Тут тоже вроде как они не отстают. О, эти ребята в полет отправились. Вагонетки, в принципе, хорошо помогают. Блин, кейпад надо специально настраивать. Вот это дело. Так, ты справа там сдерживай, я лево хвалю. О! Отлично-с. Так. Окей, еще одну построю, еще одну, еще одну. Нет, четверочку. Куда собрался? Бес мелкокалиберный. Справа придержи там народ. О, насовал, насовал, насовал. Блин, быстрые говнюки. Оп-оп-оп-оп. А, классно, все-таки штука оглушения у арбалета. Да. Сделал и фигач хедшоты. Ух ты, блин. Откуда тут прорвались? Ты бы хоть предупредил. Так я сражаюсь с ними вроде как. Нет, я понимаю, но чтобы я это отступил и тоже бы помог, а то они чуть не пробежали сейчас. Да не, все окей. Вот слоны. Что ли все? Да. Сволочи. Геймпад не дают, геймпад не дают. О, пружинная ловушка, неплохая штука. Тикс, ну и чё, на этом можно пилотную серию-то и свернуть. Окей. Ждем ваших комментариев о новом коопе. Коопе, а мы пока затаримся новыми заклинашками и снова в бой. До связи.